Привет, друзья! Сегодня, как всегда, видео начинаем снимать с погоды, с природы. Погода у нас начинает портиться. Вот появляются тучи, обещают дождь. Вот. Но нам такая погода нужна, потому что посадки, что мы сделали, нужно поливать, иначе ничего не вырастет. У нас такие красивые поля, много одуванчиков. Все цветет. Сейчас посмотрим, есть ли тут пчелки. Сегодня у нас обрабатывали пчел, обрабатывали борщевик ядохимикатами. И поэтому пчел мы закрыли дома. И дома стоят коровы. Конечно, никому это не нравится. С обеда выпустили, открыли пчел. И немножко пчелки позлились. Смотрите, какая красота. А вот что-то пчелок-то и не видно. Хотя тепло. Прям картина. Пытаюсь найти пчел, гудят, ну что-то, вот посмотрите, такую природу можно любоваться, конечно, часами. Очень красиво. Вот где пчел. Посмотрите, как гудит. Кусты прям гудят. Красота. Вот как сколько рыбы. Ну, конечно, это мелочь для кошек и для куриц. Мы их кормим, чтобы они много. Все, садись, можешь садиться. Много яиц клали. На что ты ловишь-то? Опарыш. Оля, вообще такой есть, знаешь? На опарыши. А подкармливаешь комбикормом, да? Ну, там,
Вот. Там еще плюс ванильный этот. Специально. Чего ванильный? Экстракт, наверное, какой-нибудь, да? Добавлять.